что игра искусства учит язык, человек благодаря языку понимает все сложности этого мира, и он становится лучше. С 15 мая по 6 июня в рамках года Германии в России во Владивостоке состоится фестиваль немецкой культуры и немецкого языка. Город Владивосток уже порядка 20 лет непрерывно, ежегодно, но в исключение можно отнести лишь, наверное, прошлый год, вот жесткой пандемии, когда в Владивостоке проводятся дни немецкой культуры. На 3 недели фестиваля запланировано более 80 событий. Мероприятия пройдут в гибридном формате. Часть программы будет доступна онлайн. В городе будут действовать несколько локаций. В Музее современного искусства «Арт-Этаж», на территории фабрики «Заря», в галерее «Арка» и в старом дворике ГУМа. Основной же площадкой фестиваля станет специально построенный приморской командой художников и архитекторов временный павильон в центре города на открытой площадке морского вокзала. Мы делали заготовки, работали над цветовыми схемами, выбирали материалы, составляли, планировали бюджеты для того, чтобы построить, собственно, то место, куда вы все придете в субботу на открытие. В павильоне развернется самая насыщенная часть программы фестиваля. В дневное время здесь пройдут мастер-классы по изучению немецкого языка и пробные уроки для школьников и студентов. Состоятся семинары для учителей и преподавателей немецкого как иностранного. По вечерам запланированы культурные события, организованные совместно с локальными представителями арт-сообщества, театральных, литературных и музыкальных кругов. Программа кинопоказов в павильоне познакомит публику с известными фильмами из Германии последних лет, участниками и призерами разнообразных фестивалей. Диджеи и электронные музыканты подготовили аудиовизуальную программу и ряд клубных выступлений под открытым небом. Кроме того, запланированы перформансы и встречи с художниками и кураторами выставок, которые откроются на внешних площадках фестиваля по всему городу. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.